Колокольным звоном и светлыми поздравлениями встречали гостей настоятели Петропавловского женского монастыря в Бендерах. Спасибо большое. Спасибо. 6 июля православные отмечают светлый праздник Владимирской иконы Божьей Матери. Копия чудотворного образа есть и в Петропавловском монастыре. Рассказывают, совсем недавно эта икона начала мироточить. Татьяна Рогозина и Нина Шевчук зажгли свечи у Владимирской иконы Божьей Матери. Также гостям рассказали об истории монастыря. Говорят, эту обитель отличает совершенно особенное молитвенное уединение. Особенно должно быть, конечно, в нашей обители молиться, за что и собирается каждая сестра бросать этот мир ради Христа, для того, чтобы уединиться, найти Христа. Вот если здесь будут звездочки, то есть молитвенницы, то это уже будет созвездие. Вот как и на небе, есть созвездие Большой Медведицы, есть созвездие Малой Медведицы. И когда чем больше здесь молитвенниц, и этим отличаются все монастыри друг от друга. Вот чем здесь больше будет молитвенниц, тем больше будет и прекраснее будет созвездие на небе, и он будет называться созвездие Петропавловское. Монастырь славен не только молитвой, но и трудом. Гости посетили места ежедневной работы послушниц, трапезную, швейный цех и прогулялись в окрестностях монастыря. Нина Шевчук отметила красивое убранство монастыря, большая часть которого изготовлена вручную. Заглянули и на колокольню. Здесь прихожане не только насладились звоном колоколов, но и прикоснулись к прекрасному. В обители говорят, звуки колокола очищают душу и мысли. Близится светлый церковный праздник Петра и Февронии. Его настоятели советуют провести в кругу семьи, отвлечься от суеты, предаться молитве и открыть сердце Богу. И Господь сказал: «Дай мне сердце, сыне». Это самое главное, что мы должны развернуть, отдать и этим жить. В завершение встречи гостей пригласили на обед, отведать монастырский чай. Екатерина Белогривая, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.